Ну вот, сегодня очередной день. Наши троеборцы первый раз выехали. Ребята, всем привет. Привет всем. Как настроение? Супер. Отлично, они даже говорят хором. Черт подери, а? И так одинаковые. Далеко не уезжайте. Смотрите на этих ребят, возможно, будущих героев, но в любом случае уже героев. Ребята, мы за вас болеем всей душой. Молодцы. Все прекрасно себя чувствуют. Очень красиво, очень красивые барьеры. Такие лужицы. Вот так это все выглядит. Это такое разминочное, тренировочное поле. Вот, вместе с барьерами мы уже их видели. Здесь разрешается пастись, шагать, гулять, ездить. Ну, во всяком случае, вон там дальше у нас Гюрза шагает. Ну и впереди идет Imagine If. Через час выводка. Кто плетет? Идут последние приготовления. Все помогают. Яна помогает. Ленка Микина плетет быстренько коня. Икса. Все друг другу помогают. Татьяна. Все плетут, все готовят. Дива Лесу. Алина готовит у нас. Алина, ready? 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 Yes. Отлично. Ага, вот это два бездельника у нас сидят. Да. Следят за этим процессом. Сашенька, плетешь? Как дела? Отлично, как обычно. Да, это хорошо. Ну вот, ребята. Еще 11 часов не наступило, а мы уже все практически готовы. Вот выводка началась на Олимпийских играх. Первая всадник – это команда Австралии. Наши идут где-то часа через полтора. У нас лошади 4 головы должно выйти на выводку. На трибунах сидят люди, смотрят. Все это открытое мероприятие. Здесь беспокоились родственники. Члены команды. Наши ребята с Украины болеют. Thank you.
А вот сейчас у нас потрясающее видео, потому что муж Саши Максакова, Егор Щибрик, офигенно выступал на первенстве Европы. Он звонит. Снимай. Мы поздравляем Сашку. Ну, Сашек. Плачу. Ты плачешь. Как ты переживаешь вообще за своего мужа? Просто. Круто? Это не передать словами. Нет, все, не берет он теперь. Не берет, только, но теперь у него много забот. Конечно же, да. Да. Ну что, Саш? Нет, вообще. Ты счастлива? Ой, я очень счастлива. И Егор, и Чико прям огромные молодцы. Отработали на 100%. Теперь главное завтра финал. Ну а что бы ты пожелала Егору? Я бы пожелала ему не переживать и с холодной головой завтра зайти на арену и отпрыгать так, как он умеет.